от всех несчастья обывателей вы заслонились животом. Своих пророков убиваете, чтобы цитировать потом. Как это получается? 4 месяца ведутся следствия по убийству. Вы не можете найти этих убийц. Вы, значит, получается, так профессионально работаете, что вы на следующий день раскрываете теракт, один из самых громких терактов в стране, а убийство, элементарное убийство, вы не можете раскрыть. В Дагестане убит журналист Хаджимурат Камалов. Это был известный в республике основатель независимой газеты «Черновик». Не исключено, что преступление было связано с профессиональной деятельностью Камалова. Он писал в основном о социально-политической ситуации в Дагестане. Хаджимурат – это потрясающий совершенно человек, абсолютно независимый. Я таких не видела. По факту убийства главы медиакомпании «Свобода слова» Хаджимурада Камалова возбуждено уголовное дело в Дагестане. Это преступление произошло ночью на одной из улиц Махачкалы. Убийство произошло в Махачкале, недалеко от офиса газеты, где готовилась сдача очередного номера еженедельника. Нападавшие произвели несколько выстрелов и скрылись. От полученных ранений Камалов скончался. Одна из основных версий преступления – профессиональная деятельность. Что мы добились, это очень положительно. То, что, во-первых, МВД не сможет предоставить нам труп боевика и сказать, что это он является исполнителем и заказчиком убийства Камалова. И второе, что по аналогии Абашилова, что не пойдет никакая фальсификация, что мы будем трезво оценивать все те факты и данные, которые собрало следствие. Потому что вот был процесс над Абашиловым, когда они фальсифицировали некоторые данные, доказательства, и чуть было не сели невиновные люди. Вот это два положительных момента, которые нам дают возможность сказать, что это дело будет раскрыто. Потому что если нельзя сфальсифицировать убитым боевиком и сказать, да, это вот он все это сделал, если нельзя как-то найти каких-то терпил, ну или как называют их, невиновных людей и посадить их, тогда придется на самом деле копать, тогда придется на самом деле искать. А вот то, чтобы они копали и это дело не закрыли, Черновик будет всячески следить и помогать следствию в том, чтобы они раскрыли истинных исполнителей и заказчиков этого убийства. С самого начала расследования этого дела мы ходатайствовали перед федеральным центром только об одном. Чтобы они создали оперативно-следственную группу из сотрудников центрального аппарата МВД и Следственного комитета. Больше ни о чем мы не просили. К сожалению, несмотря на обращение 10 депутатов Государственной Думы от дагестанцев и несмотря на обращение президента республики, данная группа не была создана и, значит, от Следственного комитета России пришла отписка о том, что дело взято под контроль. Почему мы ходатайствовали? Дело в том, что преступление не будет раскрыто и не будет даже расследовано. Почему? Потому что у силовых структур республики сложились крайне неприязненные отношения как к редакции газеты «Черновик», так и покойному Хаджимураду Камалову. Это были различные журналистские расследования по поводу безрассудных казней силовиков. Это были по поводу хищений, коррупции. Мы вытаскивали все эти факты в течение этих 7-8 лет. И все эти люди, которые сейчас, о которых мы писали, они сидят как раз на высших должностях в силовых структурах. Они никогда не будут расследовать, потому что нет никакой мотивации.
Представьте, Республика Дагестан сегодня 16 убитых журналистов. Ни одной из них до конца не расследовано. Что бы ни говорили исследователи и правоохранительные органы. Везде выступая, я говорю, да, эти убийства были бы расследованы до конца, если здесь не были бы замечены правоохранительные органы, следствие. Они это укрывают, или они замешаны, или они сами принимали в этом участие. Я вот услышал стрельбу, подбежал к окну и увидел картину, где стоит, значит, такси, и Гаджимурад уперся, значит, руками об капот и уворачивается от пули. Гаджимурад, видимо, старался заскочить в сторону редакции, а киллер перебежал ему прямо напротив него и успел сделать 2-3 выстрела. В этот момент, значит, Гаджимурад упал, киллер его как бы добил, еще пару выстрелов, подъехала Приора, и они, значит, быстро уехали. Все это длилось где-то 5-6 секунд. Я еще успел вот так открыть окно и прокричать, чтобы как-то отвлечь этого убийцу. Но как бы ничего не получилось. Вот как раз последний номер, который выпустили после смерти Гаджимурада Камалова. Он полностью посвящен ему. Здесь одни из наиболее таких вот его, скажем так, таких значимых ключевых материалов. Вот его колонка, которая была еще 2010 года, где он обращается к главе, да, вот, республики, говорит о том, что он боится, что надо ждать от этого общества. Хаджимурад Камалов в ценой своей жизни задал новые стандарты кавказской журналистики. И это будет полная правда. По прошествии года только понимаешь то, что он писал в своих СМС, в своих комментариях каких-то небольших. Богатые и бедные были всегда, но не всегда богатые думали только о деньгах. Это вот это изречение, какие-то сидишь их, рассматриваешь. Люди не станут читать газеты и журналы с удовольствием до тех пор, пока пресса не станет дефицитом. Вернее, совокупный тираж всех изданий на какой-либо территории, где в конкурентной среде сосуществует множество газет, должен быть чуть меньше, чем требует активный читатель. Поэтому совокупный тираж всех газет будет немного колебаться в пределах тонкой небольшой границы естественного спроса и будет раскупаться все напечатанное. Казалось бы, простая вещь, а то, что должен быть дефицит, это вот есть. В 2005 году Гаджимурад сделал мне это предложение, я принял его, и с тех пор мы работали вместе. Это был человек, которым мог гордиться Дагестан, и это был человек, который гордился Дагестаном. Как бы ни было тяжело в республике, ему в голову не проходила даже мысль о том, что можно ее покинуть. Он был очень востребован. Мы в Дагестане много культивируем силу. И Гаджимурад был человеком, который сочетал в себе силу, мужество, храбрость и ум. Было просто поразительно, как он умел менять ветвь разговора и одинаково профессионально разговаривать со специалистами, ну, в любой теме, в любом направлении. Начиная от географии, заканчивая, можно сказать, медициной. То есть не было сферы, в котором он не был бы сведущим. Хороший оратор, он был компетентен, он мог находить дорогу к аудитории, он завлекал эту аудиторию, его было очень интересно слушать. Было еще очень интересно смотреть, как он проводил планерки. Это были целые мастер-классы. Я не вмешиваюсь, но вмешивается устав, инструкция и система, которая изложена 5 лет тому назад. И она одну, по-моему, небольшую поправку только претерпела за весь этот период. Люди по инструкции работают, они читают. Если она не нравится, каждую пятницу редакционные коллеги есть возможность внести свою редакцию с тем, что они не согласны. Тут не требуется моего вмешательства. Я вообще, кроме финансово-хозяйственной деятельности и газетным, ну, обеспечением бумагой и так далее, фондом оплаты труда не занимаюсь, за исключением того, что в пятницу с ровно одним голосом я прихожу на редакционную коллегию и участвую в голосовании по принятию любого решения. Сила Хаджимурада Камалова заключалась в том, что
умел объединять людей. Вот самое главное. При том, что эти разные люди, даже черновики, очень много разных людей с разными взглядами, но он умел их аккумулировать и умел их объединять. Вот что у него, безусловно, получалось. Вот те человеческие качества Гаджимурада мы как раз узнавали, вот, выезжая на такие мероприятия. То есть мы видели его отцом таким внимательным. Он очень много ухаживал за детьми, он старался всех накормить, пока он всех не накормит, пока всех этот самый не искупает на море, он как бы не успокаивался. Это было очень интересно видеть этого человека, и даже сами журналисты, видя Гаджимурада Камала другим, они очень удивлялись вначале, те, которые, допустим, недавно устроились на работу. Было очень интересно за ними наблюдать, они были в шоке. Они видели такого строгого Камалова на работе, а потом видели его такого непредвзятого, то есть не предвзятого, а вот такой непринужденной остановки, они видели его совсем другим, таким добрым, на самом деле отзывчивым таким человеком. Его ценность, ценность Камалова, люди будут через 5 или 10 лет об этом знать и будут говорить по истечении некоторого времени. Пока люди не знают, что вообще случилось. И эта трагедия, безусловно, такая не только дагестанская, это такая в масштабе страны. Потому что не было в республике такого человека, который мог бы вот так все это организовывать и говорить людям правду. Нужно понимать, что если мы будем равнодушны к ситуации, когда уходят такие, как Гаджимурад, у Дагестана много таких сынов, но много их и уходит, да, они уходят насильственной смертью в силу тех или иных причин, и это очень плохо. Поэтому именно нам нужно, чтобы по этим делам каким-то был какой-то результат, в данном случае, если мы говорим о Гаджимураде, чтобы дело об убийстве Гаджимурада Камалова было доведено до своего логического конца. Я бы очень хотела бы узнавать тех людей, кто заказал моего сына в первую очередь. И очень хотела бы, чтобы найти этих людей и по закону, чтобы их осудили.